Еще, давай, добавляем. Давай. Добавляю, хорош. Так, 2 секунды аптеки, мне будет жить. Магнум, давай сойдемся. Хорошо, жестко. Так, еще кого-нибудь. Молота вижу. Давай молоточку. Накидывай, там бомбочку возьми, поставил. Да. Так, Арс, о, да, Арс, давай, давай, скорее, давай, хорошо, ё-моё, у меня оверайк уже есть. Напомню о том, что не так давно у меня появился новый YouTube канал, на котором мы вместе с вами прокачиваем новый аккаунт исключительно на мобильной версии. То есть я играю с телефона и вместе с вами делюсь своими результатами и успехами. Поэтому все, кто желает подписаться, оставляю ссылочку в описании. Будет интересно, кстати, если поделитесь своим опытом игры, ну и, конечно, определенными советами, которые мне направят на верный путь. Друзья, привет всех на канале, с вами Marvel Hero, и в сегодняшнем ролике вместе с вами продолжаем ту самую рубрику нашего игры, как раз таки втроем в компании, в группе, на разнообразных вооружениях. Сегодня у нас на очереди игра на страйкерах. 3 страйкера с устройством Фауст. На вашем экране еще появится информация, кому-то как раз таки это будет не лишним, да, узнать поподробнее в плане цифр, что у нас меняется, как и преимущества, также и недостатки. Возможно, сегодня как раз таки сыграть именно с Максом в компании. Макс, передавай привет, Всем привет. И также Спай, который наверняка нас уже не в первый раз выручает. Спасибо огромнейшее человеку. Сегодня мы будем играть, скорее всего, наверное, в ТДМ-очки. Попробуем как раз таки в этом формате проявить себя. Ну и, как ранее говорил, страйкер, это, конечно, необычно в нашей игре. Почему? Потому что у него лишь, по-моему, залп 2 ракеты. Ну, достаточно быстро мы это можем с вами реализовать как раз таки за счет сведения. Дальность у него максимально 40 метров. Перезарядка минус 50%. Наведение быстрое, как и ранее говорил, на 50% сокращается. И пауза между ракетами залпе минус 50%. Все эти параметры сейчас мы как раз таки постараемся реализовать, играя уже в группе, в компании, и посмотрим реально, насколько это будет уже по итогу возможно смотреться в том или ином плане безумно. Потому что в прошлый раз, когда мы играли на твинцах, который нестандартно в нашей игре, в группе прям это что-то с чем-то было. Если вы упустили, обязательно посмотрите. Ну и, конечно, возможно, ставьте в комментариях свои идеи для будущих наших подобных роликов. Если, конечно, вам зайдет, то, может быть, в дальнейшем почаще что-то подобное будет появляться на нашем канале. Но мы дожидаемся загрузочки, но и обязательно, конечно же, с вами уже будем пробовать играть и делиться впечатлениями. Так, ну что же, друзья, потихонечку загружаемся. К сожалению, не вышло нам загрузиться именно в формат EDM, но я думаю, что контроль точек не лишним будет попробовать именно в этом форматике и, конечно, проявить себя. А, как я ранее говорил, это устройство больше рассчитано как раз-таки на игру в битве на компактной карте. А у нас как раз-таки такая сегодня еще и ремастер вариант. Надеюсь, что разработчики еще и какие-нибудь карты новые подобавляют. Ну и, наверное, не теряем времени, начинаем потихонечку. Ты уже сводишься? Да, я уже свелся, уже одного убил. Я уже 1800 дал, хорошо? Ой-ой-ой, просто треспыли. Не задевнишь. Я не знаю, кстати, стоит нам подниматься наверх или нет, потому что неуязвимость, скорее всего, вряд ли. Респа, я думаю, не стоит. Можно тут стоять и просто накидывать урон. Скорее всего. Главное, чтобы наши точки позабирали, и будет все супер. Так, я накидываю. Да ладно, го пушить. Я спаю буду помогать. Я, кстати, в своем случае не так часто на страйкере играю. Ты как? Частенько играешь на таком? На фаусе, да. На фаусе сейчас мне нравится играть. Блин, ну прям перезарядка, конечно, мгновенно между выстрелами. Прям летит, залетает через раз. Еще 2 мгновенно противник просто... Я не знаю, кстати, интересно будет по итогу матча, глянуть, сколько реистов будет. Возьмут ли противники наши или нет? Потому что против нас, кстати, по-моему, даже и ребята в группе попались. Складывается впечатление, могу ошибаться, конечно. Если кто узнал... Цена этого Арса Молота запушим, не? Давай, давай попробуем. Давай. Оп, туда его. С разных сторон накинул. Крит, еще, хорошо. Угу. Так, ну я откатываюсь, потому что тут уже по мне накидывают. Хорошо, рикошету кидаю. Давай рикошетику, давай, хорош. Давай. Рисе рикошет можно? Убил. Блин, меня он убил. У него, кстати, этот дробовик на рельсе ушел. Понял, да, в ближний бой хорошая. Я к тебе сейчас подъеду. Еще нужно чувствовать дистанцию, потому что если на дистанции 40 метров вы никого не попадаете и не находит как раз таки цель, а ракета ваша, то она взрывается, да, то есть в радиусе может нанести урон. Вот момент уже учитывать надо. Насколько далеко вы отходите, находитесь от противника, но и в целом привыкнуть к этому, как раз таки, играя на вооружение. Я часто не играю, поэтому, к сожалению, порой это пока что чувствовать еще до конца не могу. Так, ну я лево пытаюсь, наверное, пока точку забрать. Смогу, может быть, добью. 1800 залетело. Левую точку мы заберем с ребятами. Ну, правую мы держим, спасаем пока. Ну, как держим. Пушит нас, конечно, сильно. Сейчас по деду помогу. Мне уже почти первый драйв накопился. Так, твинтику центр накиду. О, первый резис появляется от нашего вооружения.
Сейчас мы спаем. Твинца с рейсом 50% разнесем. Без аптеки стали, хорошо. Так, я справа накидываю. О, недалекая ракета. Так, давайте накидываем. Во! Во-во-во-во, сосулечка. Блин, сосулечку сбили, к сожалению, нашему. Я помогаю тебе с этим кулдстоком. Давай, давай страйкеру, точнее в ресе. Сейдеровка. Давай, 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 давай. Сосулечку, блин, неуязвимость у него с респа забыл. ТДМ-ку переиграл. Давай еще раз накидываем. Еще, еще, еще. Вот добавляем. Чуть-чуть. Добавляем. Давай, 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 давай. Так, тут крусейдер. Не сможет. Так, может быть, до аптеки доживу? Нет, к сожалению, не дожил. Так, ну по статистике пока что мы в топе. Как ни странно, резист лишь один. Единственный остановился у нашего противника. Ты как там? Разобрался? Я разобрался с крусейдером, молот пучит. Ну смотри, мы выиграем 27-0, пока неплохо, все точки наши. Да, и с тем счетом, что в нашей еще и группе, точнее в битве играет игрок, даже с вас по громам не крутя башни. Так, ну я с собой же, давай вместе где-нибудь попробуем. Давай попробую. Со мной, выгоночку Б, там два жестких типа. Давай, 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 давай. Блин, мне надо резистом взять. Давай, 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 давай. Как раз дистанция, то, что нам нужно. Блин, все. Просто не попадай, по нему урон залетает. Сведусь, типа. Скорпион свелся по тебе. Так, резистик беру. Кто умирает со сводки, должен умирать. Типа, если крит вылетит пару критов, то он умирает. Так, ну это супер. Резист беру от скорпиона, резцы и третью. Молот, хорошо. Взял. Все, замечательно. Так, риса слева. Попробую сейчас накинуть рисе с дробовичком. Еще залетело. Полторы. Две. Должны, по идее, добивать сейчас. На ноль. Так, со спасателем парень играет. Понял. Хорошо, разобрал. Так, ну я слева стою, пока точку не забирал. Могу, кстати, молоту накинуть. Давай, давай. Мы тут соспаем его уже булим, этого молота с двух сторон. Вы булите, я попасть не могу пока. Так, риса тут еще. Рисе, давай, если можешь, налево. Не, сейчас я тут сражаюсь с какими-то крипами, у них на базе. Рисе пока. Еду, давай, живи, живи. Ноль чапония. Да, да, живу еще. Хорошо, давай. У меня 3 секунды аптеки. И можно дальше попробовать. Если кого-нибудь, а то что-нибудь не стреляет, ладно. Выпушить к ним на базу. Блин, ну там просто неуязвимость у них. Давай, Рисе, давай. Давай, 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 давай. Идемся? Хорош. Давай по викингу. Доведемся. А, тут даже 3 ракеты, подожди, не 2? Нет, тут 4 улетают. А, 4? Тогда я ошибся маленько. Думал, почему-то 2. Туда отлично. Сейчас она. Давай, накидывай. Еще, еще, еще. Давай, еще, добавляй. Еще. Давай, 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 давай. Добавляю, хорош. Так, 2 секунды аптеки мне будет жить. Магнум, давай сойдемся. Хорошо. Жестко. Так, еще кого-нибудь. Молота вижу. Давай молоточку. Накидывай, там помощь возьми поставил. Да. Так, арс, о, да, арс, давай, давай, скорее, 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 давай, 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 хорошо, ё-моё, у меня вирайк уже есть. Так, молоточка, через 3 секунды, давай сводимся. Давайте. Так, хорош, заблокировал. Блин, я слили тоже, мне пробили, добили. Так, ну ладно, ну интересно на самом деле устроиться, конечно. У меня такого на основном аккаунте нет, поэтому сегодня нахожусь на техническом аккаунте. Но на основу было бы тоже не прочь получить такое себе вооружение. Так, ну я справа. Битлой на страйкере, как бы, ну, абсолютно другая пушка. Да. Так, центр накидывай, тут два. Одного слили. Крусейдер молот без аптеки, 0 хп должен быть. Окей, так, я рикошета сведу. Рикошета добил. Так, ну я могу куда-нибудь сосулечку зарядить, попробовать в толпу, может быть, получится. Так, заряжаю крусейдера, одного солью. А, у него спасатель, понял. Выжил парниша. Отсюда я уже не докину, к сожалению, дистанция большая. Так, вы где, Макс? Я центр. Одного слил. Сейчас я еще подъеду, я тебя вижу. Давай, да, но самое интересное, что ребята реально резисты не меняют. То есть один как был, так и остается по-прежнему. Да, потому что ты слышал тот, который резист поменял. Так, свожусь. Накинул без спасателя. Еще. Хорош. Отлично. Но это прям тотальная доминация. По точкам уже 90 почти. Дядь, они тут что-то заминили. Вижу, вижу, вижу. Гаусс накидывал, хорош. Минили, что ли? А, нет, они просто минят, ну ладно. Накидываю. Вот сейчас два резиста взяли. Вижу, да, потихонечку. Но уже поздно, 9 точек до конца, я не знаю, они собираются что-то делать с этим или нет. Так, жуки накинул. Нет. Добавил. Хорош. Так, молотом. Ой-ой-ой, накинули мне много урона. Молот получается, свел, еще молот. По интерфейсу можно ориентироваться, насколько дистанция уже позволяет тебе накидывать урон или нет, когда красным подсвечивается противник. Потому что я без опыта порой этого могу еще не ощущать. Так, сосулечка. Не, не газа, я просто пум, стреляю постоянно и долетает, не долетает. Там она даже если впереди взрывается немного, то все равно урон наносит. Так, у меня лево тут двое. 43 метра, а не на 40 ровно. Давай, я тебе помогу сжать. Давай, накинул. Без аптеки. Без спасателя уже. Все, ноль. Хорош, рикошетику. Добавляем, хорош.
Давай, пойдет. Давай, точка надо захватить. Блядь, они точки начали отхватывать, смотри. Да, я вижу, сопротивляться начали. Там. Давай, блин, поехали. Молот, а, ладно, молот убили. Так, слева двое, кстати, появилось. Давай. Заберем, трогем. Движение у нас тут оп. Жесть, так, вулканчик там. Так, у меня КД, на самом деле, ДДшки нету. Можно вулканчик попробовать. Давай вулканчику. Давай, 450 дал. Еще дал 900, жиги даю. Больно. Даю. Даю. Добавляю. А, ну все, бой закончился. Блин, ну не знаю, друзья, если вам будет интересно, мы обязательно, может быть, либо же на страйкерах еще поиграем, либо из того, что вы напишите в комментариях, возможно, интересное, да, то, что необычно в нашей игре, либо в целом интересно будет просто в группе это вооружение реализовать, либо же комбинации, поэтому оставляйте обязательно ваши варианты, не забывайте ролик поддерживать активность, введите пальчик вверх, ну и напишите, может быть, чего-то интересного еще в эту рубрику нашу добавить, может быть, человека третьего уже на голос наконец-таки позвать, и мы уже втроем будем пытаться что-то интересное вам показывать, но на самом деле в группе, конечно, гораздо проще в любом случае играть, вне зависимости от вооружения, но когда и вооружение позволяет вам что-то подобное делать, это, конечно, ну такая фановая тема, да, я не знаю, конечно, что игроки напротив думают, которые против нас играют, но наверняка они этим недовольны. Макс, от тебя пару слов, и мы будем потихонечку, наверное, заканчивать наш видеоролик. Блядь, я даже не знаю, что сказать. Всем пока, хз. Устройствуем. Приятно на нем играть, очень, очень приятно. Да, страйкер на самом деле же просто при игре в одиночку очень достаточно эффективный и приятный, особенно не на больших картах. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Поэтому, друзья, обязательно, если были впервые на канале, не забывайте также подписываться, включайте уведомления, дабы не пропускать как видеоролики, так же и прямые трансляции на канале. Ну а с вами был Immortal Hero, наша компания. Сплай, спасибо, Максу спасибо. Всем до скорых встреч.